Dar eu pot să aleg, cum a spus fratele, eu pot să aleg ce cuvânt să primesc și ce cuvânt să nu primesc. Но я вправе выбрать, какое слово принять и какое слово не принять. Oamenii care învață să aibă limite, ei iartă ușor. И те люди, которые учат, то есть научены иметь вот эти границы, да, они очень легко прощают. Pentru că ei nu-și asumă toate cuvintele murdare care vin adresa lor. Pentru că el n-a făcut asta și nu merită asta și el nu permite să se ia. Потому что они не принимают все то, что им говорят в их адрес, они ставят границы, потому что они знают, что они не таковыми, как они говорят и думают люди. У нас четыре источника, которые сам Господь оставил нам. Фразе аминтонат интеллигенция физика. Темплю. А, неправильно, наверное, перевод источника. Четыре. Ресурсы. Для помады обстакли. Мы тоже там. У нас... Ресурсы. Ресурсы. Как называется ресурсы? Пусть будет так. Пусть будет так. Четыре ресурса. Четыре средства. Ей в теории сумеет 4 Т. А у меня будет 4 ДТ. Четыре средства, да, при помощи которых мы можем преодолеть препятствия, да? Да. Да, мы снимаем обстакли к опортуре. Да, да, да. Чьи ресурсы алец вой, потому что, уйдя думала о чистом обстакле, скажу, эй, я понимаю ресурсы аста, я на свой обстакл. А то ж мы творите поем. Когда мы смотрим на эти препятствия, мы говорим себе, да я владею этим средством, я могу преодолеть это препятствие. Да, первое – это наша внешность, да? Храм. А, храм, да. Храм Господний. Корпус наш. То есть наше тело. В каком состоянии наше тело? Нечисто ресурсом темплу. Почему это как бы ресурс, наш храм, наше тело является нашим ресурсом? Аша. Аша. Экзамен. Если мы говорим о храме, то значит там обитает Бог. Аша. Дава крещину респекта, что ингрежеште де темплу Домнului, ел ва авя форца, куражу, са мяга наинде. Если христианин придерживается всех правил, всех законов, здоровья и ухаживает за своим телом, за своим храмом, у него будет все и средства для того, чтобы преодолеть препятствия. Например, если Никоножка не может смотреть всю ночь порнографию и утром идти продавать книги. Категория. Не шкрашки я из одной крайности. Да, да. Елена Уайт Арен артикул из книги есть он век, ал гифтуели, пофтили или бурте. Да, Елена Уайт говорит о том, что мы живем в веке похоти, когда чревоугодие, когда люди все свои желания похоти. Dacă noi dormim, dacă noi mâncăm, dacă noi facem sport, dacă noi ne plimbăm la aer. Если мы отдыхаем, мы спим достаточное количество часов, мы гуляем на свежем воздухе, пьем воду. Да, облигаторно, не совершенно. Соответственно, он сопоставит меня, лучит, потому я лагаю инструмент. Мы сможем сохранить ясность ума для того, чтобы преодолеть эти препятствия. Он клиентом работает 30 дней, до 60 дней, айтишник, как все вспомнилось. Да, у меня был один клиент, 26-летний, он айтишник, программист. Александр его звали, у него не было образования. Да, я в партнерстве технологии информационной. Но он был очень избалован в технологии международной. Я на меня ожился, а делаю сейчас реальные интерстали дипломаты, да? А, мне показалось. А он был как бы продвинут, талантлив, да. Гениальный даже.